поехал записи. Угу. Угу. Так. Ну, пушки я не буду сильно заливать. Я сейчас думаю залью. Угу, я хочу там, думаю, сделать. Пофигу. Надеюсь, там все нормально. Фасиком травочек решил залить. Кэп забыл. Господи, чего же у меня вести-то? Розой, что ли? А нет, все нормально. Есть нужно мне кэп. Не-не-не, немножко промахнулся. Переделаем аккуратненько. Неплохо, я считаю. Чё, как думаешь, ну, может... Смотри. Может, еще? Давай еще. Угу. На следующем, да? Да-да-да. А сейчас снималось точно? Да-да-да, однозначно. А по уровню нормально было? Снимается? Снимается, да. Я проверю, как снялось по уровню. Включу запись. Включил? Да. Ага. Блоны. Так, что мне взять-то? Флейминг, ага. Чё уж. Вот такой. Такой, такой, зашел офигенный.
Помадка у меня одна есть. Ну, еще и такую. А, потом это надо все равно. Мне бы еще выкэп хороший, чтобы найти. Но мне вообще хорошо. Два кэпа. На обводку и на заливку. Розу не хочу на заливке. Труап все-таки льем. Угу. А для обводки... Для водки розу, что ли, может взять? Ну, думаю, розу возьму. А, господи, для водки мне есть. Так. Ну еще сейчас. Слушай, включи вспышку, я дальше немножко пройду. Включил? Ага. Внутрь. Mm-hmm.
Господи. Нахер сюда. Здесь не нравится. Ну-ка. Я хочу тут тегнуть. Думал, хубиками. Это личинка. То, что могу. Да. Здесь да. Вырубай. Ты еще? Ага. Так. Думаю, синенький из расхода у монтановский. Потому что я могу. Синенький. Все равно я хотел на контур. Так что, почему бы нет? Все, давай, пошел. Один тропчик залили. Берем еще один. Да. Почему бы нет? Ой, заряжалась. Полная еще. Заляпался. Сейчас. Прям ноля. Отлично. Опа. Вот это уже интересно. Что происходит? Господи. Бракованная, что ли? Не, нормально. Кэп херня. Перестает работать. Надо было белый на контур брать.
Сран тоже за моих кентов не так бы именно закрыл. Из тех, кто из моих крывает. Вот так вот. Туравчик все-таки лью. Хочу тут много туравчиков сделать. А куда я монтан надел? А, вот она, господи, лежит. Еще сделаю, да? Давай. Может, дальше туда? Вот здесь хочу прям. Где? Вот здесь. Одну букву буквально. Наружу? Да, вот здесь. Лютый бомбинг. Еще один залили. Господи. Рисы большую. Чё? Большую рисы. А тут уже не умещу.
Сейчас еще флеймбустером, потому что закончился. Так, бустер останется на тегу. А что? А это тега. Помнишь, который жесткий? Слушай, надо перезапустить же, чтобы эту хрень сделать. Давай. Врубай. Мало места памяти. Не б***ь, давай. Угу. Давай, я пошел. Что сейчас думаю? Трубчик зальем. Потом, может, все сюда вернемся, что-нибудь другое поснимаем. Не, говорит, хубики топ. Ага, где будете делать только? Да вот здесь вот чё. С розы буду заливать. Артончик. Любимейший мой. Надеюсь, там все нормально видно. Вот так вот как он видно. Еще руку болит. Думаю, немножко надо сделать вот так. Всю банку израсходовал, походу. Ну, большую часть. Да-да-да. И теперь... заливаем. Вот, чем вводим.
Я думаю, там все нормально, ведь ничего, я надеюсь. Главное не грохнуться. Прям аж баллон пошкребал. Ну что, эффект прикольный. Теперь пишите где-нибудь в другом месте. Труа взорьем. Хочу закрю. Хочу труа закрю. Залить. Где вы только? Ага, а там что не нарисовано. Вообще он тут не нарисовано, да? Там до хера всего. Как туда выйти? Только из окна, что ли, да? Эти голуби. Сейчас, подождите-ка. Эту я баночку сюда засуну к себе. Эти две в руки. Пойду попробую туда как-нибудь пробраться. Там потом тоже, потому что надо что-нибудь поснимать. У нас сегодня целый день свободный, без работы у папы. Так что будем рисовать много. Основную часть видосика сегодня засниму. Думаю. Да хер знает. Только плитки. Вон есть нормальный вроде выход. А что там туда все не обрисовано? Ну, относительно нормальный выход. Надеюсь, там все нормально снимается. Потому что это кайф. Ну вот так вот надо сделать. Хотя мне кажется, я уже высоковато взял. Железки. Это вообще балдеж. Нам будет тут порисовать. В этих трубах.
Musím já zabít takovou zkrásku. Херня. Yeah.